К проблемам новоселов Березино 2 подключилась прокуратура. О том, как более 500 квартир остались без света и тепла, мы рассказывали в конце октября этого года. Жители микрорайона жаловались на постоянное отключение света. Кроме того, собственникам квартир не приходили квитанции на оплату электроэнергии. После нашего материала прокуратура города Владимира провела проверку. Надзорные органы установили, что в микрорайоне во втором полугодии 2018 года жителям 5 многоквартирных домов по улице Новгородской отключали свет больше 10 раз. В адрес застройщика прокуратура вынесла представление, потому что строительная компания вовремя не передала в управорганизацию необходимые документы. В результате собственникам жилья не начислялась плата за электроэнергию. Досталось энергетикам, которые, по данным надзорного органа, выдали застройщику согласование, где было указано, что все технические условия выполнены. По мнению прокуратуры, энергетики отнеслись к приемке документов от застройщика формально. В этой связи в электросетевую организацию прокуратуры города внесено представление, которым прокуратура потребовала от руководителя указанной организации рассмотреть вопрос о выявлении должностных лиц, допустивших указанные нарушения, соответственно, привлечении их к дисциплинарной ответственности. В настоящее время рассмотрение указанного представления находится на контроле прокуратуры города.